Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Как вы, наверное, уже догадались, вас ждет обзор новинки фирмы ICM «Королевский тигр» с башней Хеншель. Довольно недавно вышел набор в продажу. Как многие знаете, в этом году очень много фирм заявило о выпуске королевских тигров. Это такие фирмы, как Таком и Мэнг. Таком уже скоро появятся модели в продаже, а Мэнг уже анонсировала выход своей модели. Но ICM их успела опередить. До этого еще в продаже был королевский тигр от фирмы Звезда, перепак Драгона и, собственно говоря, драгоновский тигр с башней Хеншель и Порше. Ну, начнем обзор ICM-овской коробочки. Очень впечатлил размер коробки. Размер коробки около 60 сантиметров в длину и сантиметров 35 в ширину. Красивая глянцевая коробка. Очень красивый, хороший рисунок. На боках коробки надписи на английском языке. В принципе, описание коробки и адрес производителя. И картинка королевского тигра в зимнем камуфляже. Коробка большая, тяжеленькая. Приятно такую коробку взять в магазине в руки, купить и принести домой. А еще приятней такую коробочку заказать по почте с магазина «Я моделист». Вот. Ну что ждет нас в коробке? Посмотрел, изучил, чтобы сделать более объективный обзор. В наборе нас ждет вот такая вот красивая цветная декаль. Никаких на ней нету смещений. Все выполнено хорошо. Визуально декаль понравилась. Инструкция в стиле ICM сделана, выполнена в виде книжечки с кратким описанием прототипа и тактико-технической характеристикой танка. Палитра цветов от фирмы Revel и Tamiya. Ну, опять же, если кто-то захочет сделать не такой камуфляж, который предлагает инструкция, будете делать уже исходя из своих камуфляжей. Ну, теперь посмотрим. Первая страница инструкции. Нам показывает скан самих литников данной модели. Ну и дальше уже идет сборка. Посмотрев данный набор, полистав инструкцию, видно, что деталей в наборе не так уж и много, что особо хорошо подойдет для начинающих моделистов. Да и в целом сама модель для начинающих моделистов будет очень хороша в сборке. В принципе, литье и качество набора мне понравилось. Ну и также, кому не нравится сидеть с наборными траками, в наборе даны только виниловые. Поэтому это, опять же, те, кто любит быстро собрать, быстро покрасить и поставить на полку, модель будет очень удобна. И вот, смотря инструкцию,
увидел интересный такой момент, такое ощущение, что ICM хотела сделать, наверное, внутрянку в корпусе, но потом от этого отказалась, потому что большинство деталей ставятся при сборке самой ванны корпуса. Ставятся перегородки. И очень много деталей уходят на него. Ну, в принципе, в самом танке деталей не так уж и много. Вот такая хорошая красочная инструкция. Все довольно понятно. Все хорошо читается по инструкции. Также инструкция нам предлагает 4 вида окраски танка. Зимнюю окраску. Венгрия, март 1945 года. Также одноцветный темно-желтый камуфляж. Данцик, март 1945 года. Ну и 2 трехцветных камуфляжа. Вот. Каждый выбирает для себя сам, конечно, как делать. Ну, теперь приступим изучать литники. Очень мне понравилось само литье модели и как выполнены сварные швы. Все ровно, четко, довольно-таки сделано глубоко, что при нанесении смывки контрастно отобразит на модели эти швы. Как видите, все выполнено хорошо. На корпусе танка. Ну, один из минусов или плюсов этого набора — боковые экраны даны одной деталью с верхней части корпуса. Ну а так в целом, конечно, сделано все хорошо и качественно. Нижняя часть корпуса с имитацией лючков. Так вот выполнена корма танка. Вот, собственно говоря, виниловые траки. Как бы тоже сделаны неплохо, из хорошего мягкого материала. У кого есть желание, тот всегда может их заменить на наборные или металлические. Вот литник с боковинками, с левым и правым бортом нижней части ванны. Швы сделаны очень хорошо. Нижняя часть башни, лючки. Облоя не обнаружил. Следов утяжин тоже в наборе не обнаружено. Питатели и толкатели все скрыты внутри танка. Довольно хорошо сделаны катки, звездочки. Вот в наборе даны 4 одинаковых литника с катками. Везде все сделано хорошо. На выхлопных патрубках сделано
перегородочка. Вот еще два таких литника. Всего в наборе их 4. И один большой литник с орудием, с пушкой. И с остальными запчастями на танк. Опять же, хочу вот еще остановиться и показать трос. Кто не любит менять или не хочет менять тросы на металлические, то в принципе в наборе они сделаны очень хорошо. Если грамотно хорошо покрасить, они будут смотреться на модели. Пушка дана из двух половинок, из двух частей. Опять же, тоже нигде ничего не видно, не утяжен. Все ровно, все хорошо сделано. В принципе, набор на хорошую четверочку. Что мне в нем понравилось? Понравилось литье. Понравилось, что модель очень хороша для начинающих моделистов. Небольшое количество деталей и при этом хорошее качество отливок. Не знаю, как сам набор будет в сборке, но в принципе к моделям ICM у меня никогда нареканий не было. Всегда очень хорошая стыковка. Посмотрим, как будет собираться королевский тигр. Но я этому набору даю крепкую четверку. 1 балл снимаю с модели только за виниловые траки. На этом буду заканчивать свой обзор. Если кого-то данная модель заинтересовала, вы ее всегда можете приобрести в интернет-магазине «Я моделист». Ссылочка на модель будет в видео. По ней вы можете перейти и купить данный набор. Также, кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. За это вам огромное спасибо. Ну и до скорых встреч, друзья!